Привет, друзья! С вами, как всегда, я, ваш Спелсик. Сегодня я подготовил видео, которое будет гласить так. Самое сложное, самое легкое из спидранинг карт именно по мне. Сегодня я буду спидранить карты под названиями Fall, Jump Out и Various. Ну что же, ребята, приятного вам просмотра, а я погнал это делать. 9.49, старт. Что же, я погнал. Пока что поставлю на фаст съемку. Короче, вот я уже почти прошел. Я уже в конце, давайте распрыжечка Макса. Блин. Ну серьезно. Ладно, ребзя, будем делать дубль 2. Так, что? Опять! Ну окей. Дубль 3. Две смерти, серьезно? Итак, прохожусь двумя смертями, 8.39 у нас конец. Итог. Прошел за 1 минуту 10 секунд. Смертей 2. Так, короче, загрузился я на эту карту на Jump Out. Старт 6.01. Ладно, погнали фазу. Я финиширую 4.51 конец и все, я прошел. Ну что же, итог, прошел за 1 минуту и 9 секунд, смертей 0. 3.33 старт, так, погнали, ребят, буду проходить потихоньку карту Various. Я не знаю, включать Fast Run или нет, думаю включать, ребят, Fast Run. Ребзя, прохожу, что же будет? Блин, упаду, не упаду, думаю, нет. Нет, да, нифига, это как-то слишком странно. Блин, ладно, пойду по этому пути. Ребзя, спойлерю, 2.17 конец. Давайте подытожим все. Самая легкая для меня карта, Jump Out. Самая сложная карта для меня, Fall. Больше всего смертей на карте, Fall. В общем, 3 прохождения, 2 смерти. Рекорд секунд. 1 минута и 9 секунд.